Итак, начнем постепенно. Значит, что нужно? Заходите на сайт vibaudio.com. Очень просто. vibaudio.com. Скачиваем обычный. Вот здесь есть продукты. Audio Apps. Apps. Выбираем. Вот это все не нужно. Самый простой Virtual Audio Cable. Один обычный, не двойной никакой, без пультов, без всего. Загружаем, вот у меня скачано. Открываем, соответственно, извлекаем куда надо, винраром или чем угодно, в какую нужно папку. Запускаем, устанавливаем сетап. Я не помню, если там выбор 64 бита 32, но, соответственно, 64, наверное. После этого, когда установится, нужно перезагрузить комп. Когда он установлен, заходим в Vmix, создаем, это я, привет, значит, понятно, рабочий стол. Добавляем, можно простым перетягиванием что-то, например, вот у меня из там, да, какое-нибудь видео, опять же, пусть будет мое, окей. Сделали, вот он есть у нас видос, добавляем какую-то музыку, например, опять же, например, окей, пошел трек сюда, перетянули, добавили, можно прям перетягиванием добавлять. Вот, далее. Надо не забыть обязательно настроить. Вот, например, прошло видео. Пожалуйста, не. Надо настроить по звуку обязательно. Нажимаем настроечки. Если мы хотим, чтобы у нас при смене видео, переключение камер, звук автоматически выходил из этого видео или из этой камеры, то автоматически микс аудио можно оставить. Если мы хотим, чтобы вот как у меня здесь с этого, ну в данном случае это типа как веб-камера, но это на самом деле с MacBook'а идет по NDI сигнал захват экрана, камера и звук, чтобы несмотря на все переключения все равно микрофон продолжал работать, то снимаем галочку автоматически миксовать аудио и включаем здесь звук. Теперь что бы я ни переключал, куда бы, у меня звук с микрофона все равно будет идти все время. Вот, далее понятно, переключаем разными там переходами, как угодно, переключаем, как нам угодно. Видосы. Теперь, чтобы это все пошло в Zoom. Первое. Нажимаем External. Таким образом у нас создается типа виртуальная камера, которую Zoom заберет себе вместо обычной. Можем вот прямо сейчас в Zoom это, собственно говоря, провернуть. Настройки, видео. И вот я выбрал. У меня, допустим, там есть Logitech-овская старенькая вебка. Вместо нее выбираем VMix видео. Все. Вот на рабочий стол он уже пошел. Супер. Теперь, что касается звука. Заходим в Settings, настройки основные VMix. Открывайтесь. Открылись. Audio Outputs. И здесь, если эта история действительно простая, где нет кучи входов, нет, так сказать, запроса, да, необходимости послать что-то в Zoom, что-то нет, можно шинами не заморачиваться, Master Output ставим. Виртуальный кабель, который у нас будет в данном случае, voice meter input, чтобы на этот виртуальный аудиоинтерфейс это все пришло. Обязательно наушники оставить те динамики, на которых это все будет прослушиваться. В данном случае у меня встроенная звуковая карта в компьютер. После этого, когда будет нажато ОК, он попросит при смене этих своих настроек перезапуститься, VMix перезапустится. Отлично. Теперь у нас видео идет, звук идет. Заходим в Zoom, делаем тут последние настройки. Видео мы уже выбрали, у нас идет VMix видео. По звуку вместо микрофона выбираем voice meter output, то есть с той виртуальной карты мы должны звук теперь принять, который из VMix идет. Далее добавляем, здесь можно почти на максимум, снимаем обязательно галочку автоматически регулировать громкость, иначе он, если будет громче, сигнал будет это прижимать, это нам не надо. Доходим в расширенные настройки, отключаем здесь первые функции, отключаем это шумоподавители, которые нужны, если ты говоришь громко где-то в кафе, а если ты пускаешь тем более какую-то музыку, это все надо нафиг выключить, здесь оставить автоматически. Это настройки по звуку. Теперь по входу, теперь по выходу. Здесь нужно выбрать свои динамики, чтобы, соответственно, собеседника можно было на колонках слышать. Это все. Звук идет, собеседника на колонках мы слышим, видео идет. Вот и сказочки, как говорится, конец.